Ну давай, давай! Ух, ух! Я это обожаю! Можешь ли ты идти сзади? Почему я должен идти сзади? Потому что я тебя очень вежливо прошу. У меня есть над чем сердиться. Это конец отношений с Карен. Ты раздеваешься перед нами. Буквально на расстоянии ноги от тебя. Это нормальная еда. Я даже не знала, что ты тоже есть. Я думал, что ты вегетарианец. Я никогда не была вегетарианкой, папа. Но ты выглядишь как одна. Я превысил скоростной режим. На самом деле, ты проехал 5 километров. Нет, ты всегда проезжаешь не менее 10 километров. Это мое преимущество как родитель. Она лучший водитель, чем ты, чувак. Это потому, что я ее научил. Черт, это тяжело. Ты шутишь. Что? Но мы идем целый день. Да. Так что через час или 7 это будет намного тяжелее. Я в порядке. Знаешь, где лампа? Почему бы вам не ударить ладони? Вы оба дураки. Лучшее, что ты можешь сделать, создать семью. Иногда они тебя будут ненавидеть, а иногда... О боже мой, папа, хватит. Они не захотят оставаться с тобой. Вот так. Ты в порядке? Другие люди, добро пожаловать. Это хорошее место для вас. Они ненавидят? Да, все в порядке. Ты не помнишь, насколько плохо ты думала? Я даже не могу вспомнить, насколько плохо это было. А потом как будто этого и не было.